Что, поднадоело мне немножко работать корреспондентом, всякие тексты писать, сюжеты делать. Сегодня я на собственной шкуре ощущу, что такое сборы, что такое нагрузка, которую Андрей Юрьевич здесь в Черногории дает. Команда уже побежала, я за ними. Ну что, первый круг, полет нормальный, пока я еще жив. Ром, да. Седьмой день подряд вот так вот бегаете. Насколько тяжело? Я на втором круге уже начинаю задыхаться. Ну, ты обычно по клавишам бьешь и с микрофоном лохматым ходишь. Мы-то работаем, так что уже привыкли, нормально. Наверное, каждый все-таки своим делом должен заниматься, да? Конечно, все правильно. Тем более, здесь свежий воздух, наоборот, даже очень приятно бежится. Так что сразу все. Ну ничего, не тоже полезно будет. Ничего. Ускорение пошло, ребят, это жесть! Зато Андрей Юрьевич обгоняю. Неожиданно! Это программа тренировки не входила. Команда настолько подготовлена, все уже бегут. Засада. Тренер не может убиваться. Ускоряемся, главный тренер. Спокойно, спокойно. Игрок сборной, он смеется надо мной. Я не смеюсь. Ты работаешь хорошо сюда. Вот такие у нас злые коварные футболисты национальной сборной России. Вот тут за 7 дней видно, хорошо поработали. Вот у тебя экспресс-программа. Это Дина. Дина хорошая работа. Супер. Это Дина чемпион. Давай. Алимал имеет в виду, что в Дине хорошо работают все. Ну, вот, собственно, друзья, и произошло то, что должно было, наверное, произойти. Я заметно от командного пелотона отстал. Дышу тяжело. Станислав Анатольевич после тренировки поможет измерить мне пульс. Я думаю, что он будет заоблачным. Ну и на крайний случай, вот видите, там вдалеке дежурят Женя Елеонский с Максом Катцем. Они пообещали, если что, оказать мне первую медицинскую помощь, если я в обморок упаду. А я думаю, осталось недолго. Что поснимай, давай поснимай. Снимай меня с Владом. Серега, как бежит? Молодец, Серега. Я поравнялся с переводчиком команды Владом Панченко. У него, как видите, на голове одета маленькая видеокамера. Ну, есть такое, мы это сделали специально. Ну, посмотрите, у него подготовка просто шикарная. А я уже умираю. Спасибо Диме Прутникову, моему другу, который помогает мне и в данный момент держит камеру. Вот так, чтобы видно было. Ну что, друзья, я 10-минутный первый беговой цикл с командой вместе провел. Чувствую себя героем, чувствую себя вполне нормально. Но, с вашего позволения, я все-таки вернусь к сюжетам, разным там штучкам. Каждый должен заниматься своим делом. Но все равно пробежаться в компании действующих чемпионов страны было невероятно приятно. Вы даже не представляете, насколько.